Всем привет, друзья! Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Ну, что теперь? Будем ждать сигнала. Какого? Это собрание не может больше ничем помочь стране. Этого. Приветствую, господа. Что ж, идем? Нет. В чем дело? Я провел весь день, попадая из одного безумия в другое, и все без толку. Прежде чем я сделаю хоть шаг, я хочу знать ваши дальнейшие намерения. Конечно. Сначала отправимся к дому Натаниэля Брэдли за нашими друзьями. Затем к пирсу Гриффина, где проникнем на суда и сбросим чай. Все просто. Не так уж это и просто. Не унывайте, Коннор. Сегодня мы победим. Сыны свободы заявят Англии о себе, а Уильям Джонсон потеряет свои деньги. Ваша деревня будет спасена. У меня идея. Ведите нас. Так мы избежим новых неприятностей. Я прав? Черт, опять стража. Нужно обратить на них гнев горожан. Только скажите, Коннор, и я их приведу. Это бой. Кайф. Это балдеж. Реально классно, когда есть перекликание аж стольких бойцов. Патруль! Нужно задержать этих мерзавцев, пока чай сбрасывают. Я помогу. Распоряжайтесь. Thank you.
Ля. Просто бомбим. Готово! Коннор! Мы вам оставили последний.
Давайте убираться. Ну, Влад, ты появился. Так. А что у нас не получилось? Там что-то... Не дать по морде получить что-нибудь, вроде бы. Так нифига там сотка. Какие там долбиться с этой толпой? Я не понимаю. Так, возвращаемся домой и... Кто это такое? Ой, кто такая? Что такое? Что случилось? Найди их, я тут разберусь. Кто такой? Ты кто? Стой! Ах ты негр. Точнее, я афроамериканец. Конечно. Эй, ты! Афроамериканец, иди сюда. Я ж тебя догоню. В чем дело, Коннор? Я видел, ты за кем-то гнался. Он хотел вломиться в твой дом, но я с ним разобрался. Что? Женщины? Скажи, там все целы? Ты должен был быть там. Что? Я же сказал, ты мне был не нужен. Ага, как же, до тебя доходягу только оставь без присмотра. Ну смотри, если что с Дианой, ты мне... Ну такие житейские моменты, я бы сказал. Мы эту миссию выполнили, там еще какое-то задание. О, лесорубы теперь производят товары второго уровня. В общем, поместье. А кто такой? А почему он хотел взломать-то у нас? Мастер Коннор! Дети? Мастер Коннор! Чё? Папа и Готфри дерутся! Разнимите их! Это вот эти, что ли? Мясники? Я же сказал, ты мне не нужен! Послушал бы! Я из тебя сделаю котлету! Я тебе мозги-то вправлю! Лепешку раздавлю! Я тебя так отметелю! Я тебя так отметелю!
Я из тебя сделаю котлету! Я тебя так отметелю! Я тебе мозги-то вправлю! Хо-хо-хо, пора тебя! Ну, как дети. Реально, как дети. Еле как их вот этот разнял. Что один, что второй. Все в порядке? Незачем это делать. Он просто баран. Он скоро остынет. Надо просто подождать. Ты еще злишься, Готфри? Я? Да ничуть! Терри просто вспыхивает, как труд, а я этого не спускаю. В общем, ерунда. Отойдет. Да и куда ему со мной тягаться? И часто вы так? Ха! Я как раз Лансу говорю, по нашим ссорам хоть календарь составляй. Так что не волнуйся, Коннор. Хотя спасибо за заботу. Третьего ловила. Сами. Разобрались. Девчонки. Вы, должно быть, Коннор. Наконец-то мы встретились. Меня зовут Кэтрин, а это Диана. Мы жены тех дуралеев, что валят деревья. Рада встрече. Мы так много слышали про вас от парней. Приятно наконец-то увидеть вас. Это взаимно. Мы как раз обсуждали, где же тут все-таки земля получше. На реке, выше по течению никого. Не буду лгать, письмо Готфри заставило меня волноваться. Но теперь мы обжились, и я весьма счастлива здесь. Мы жили на севере озера Шамплейн, сплошь колючки да камни. Ужасное место. Так славно тут. Поднимешься на холм и увидишь океан. Мужья загружают вас работой? Ничего, мы справляемся, Коннор. Они верят, что командуют в доме, но настоящие хозяйки тут мы. Не сомневаюсь. Да. Новый трофей появился. Так. Все, они уже они заработали уже вновь. Уже вновь работает. Вижу два топора. А это что? Личинка здесь стоит. Ну так, блин, везде ходишь, бродишь. Охотница. Девочка. А еще погромче нельзя? Ну, а так, а ты я думала? Я мастерила ловушку, напомню. Она уже два раза вырвалась. По-моему, она белая, верите вы или нет? Целое состояние, если с толком продать. Никогда не видел такой пумы. Буду рад вам помочь. Тогда я пойду с вами. Тише. Пойдем, найдем.
Деды. Пойдем, пойдем. Малая. Ну, чуть взяли тебя. След? Да. За этим мед. Взяли след? Успокойся со своим следом. Какие когтищи! Не промахнуться бы. Она уже где-то наверху. Она любит свежее мясо. Я это уже видела. След не остыл. Она близко. Вон она! Другого шанса не будет! Ого! Ну же, другого шанса не будет! Всего один выстрел! Вы за моей новой подружкой? Я сваливал мусор, а она туда, шасть! Хорошо, что я был здесь. Да уж. Есть идеи, Мириам. Вода и пламя. Норрис пусть отойдет. Один из нас выманит ее оттуда, а другой подстрелит. Я пойду внутрь. Давай, открывай. Есть. Славный выстрел! Благодарю. Даже не показали там белую. Второй уровень. Прикольно. Во! У нее слева появилась разделка. Получается, на разделку она вот разрезает все это дело. Здесь шкуры. Молодец, девчонка. Наверху вон она. Точность. Чтоб ты умел пользоваться. Конор! Что произошло? Слава богу, вы здесь. Что случилось? А, это эти новые поселенцы. Что такое? Ты испугался собаки или что? Пруденс пропала. Еще утром куда-то ушла, и с тех пор ее нет. Я волнуюсь. Вдруг что случилось? Я найду ее. Наш пес поможет взять след. У него чуткий нос. Пошли! Почти каждый вечер она собирает ослинник. Она постоянно жмет из него масло. Не пущу ее больше. В толк не возьму. На кой черт ей столько надо? Ну, здесь рядом где-нибудь, может быть. Пруденс! Вот, она была тут. Уже близко! Наверное, стоит разделиться! Так, Руден, сейчас найдем. Где ты? О, ткань. Бежала. А здесь бросил Конор, сумку. Вы нашли? Ой, медведь ее. На помощь! Конор, слава богу! Ты че, обнаглевшая скотина? Пошел вон!
Медведь... Как я благодарна, спасибо. Даже думать боюсь, что бы случилось, если бы вы не пришли. Я полезла за ослинником, а тут вылез этот медведь. Подожди, сейчас я сниму с него шкуру. Пропадет же, добро. Спасибо. Зачем вам ослинник? Пруденс, где ну, ты? Мы с Уорреном давно хотим завести малыша. Но все никак. Я читала, что ослинник помогает женщине зачать. Простите, не самая подходящая тема для разговора. Пруденс! Понимаю. Ни слова больше об этом. Пруденс? Что с тобой, родная? Ничего. Спасибо Коннору. Спасибо, Коннор. Еще раз. Все нормально. Все нормально. Главное, все живы. О, второго уровня. Вот у них два поля. Классно. Ферма. Фермочка. Да. Здесь кукурузка. Так, я понимаю, кукурузка, а здесь... Не знаю пока что-то, но что-то они заморачиваются. Так, что-то там поговорить, да, могут просто так поболтать. Все теперь хорошо у вас там? Здравствуйте, Коннор. Здравствуйте. Что-то случилось? Да нет. Не стоит беспокоиться. Не буду расспрашивать. Но если я чем-то могу помочь, скажите, я помогу. Ничего, он отчасти и так знает. Коннор, вы знаете, мы давно хотим ребенка. Очень давно. Но до сих пор ничего не выходит. Мы начинаем отчаиваться. Природу нельзя торопить. Она подарит вам дитя, когда придет время. Надеюсь, вы правы, Коннор. По крайней мере, нам тут спокойно. Готово. Джонсон мертв? Нет. Он сбежал, когда мы уничтожили чай. Он опять возьмется за свое. Надо было его убить. Не надо. Время покажет. Прав ты или нет? Радон Хагейду! Радон Хагейду! Ганадоган! Зачем ты здесь? Что-то случилось? Уильям Джонсон вернулся, и у него хватит денег купить нашу землю. Он говорит со старейшинами. Я молил их отказаться, но он добьется своего, если ты не вмешаешься. Как он сумел? Мы же уничтожили чай! Тамплиеры умеют находить средства. Я ведь предупреждал тебя. Пожалуйста, останови его. Хорошо. Знаешь, где их встреча? Угу. Деньги-то агрессивные переговоры. Джонсон Холл, Пэм через реку. Реку хорошо охраняют. Жди меня здесь, я быстро. Угу. Вот это я знаю, что можно. Так, немецку надо. И двигаться вообще. Понимаю, надо все потихушке делать. Показался, чувак, вообще.
Здесь никого. Никого. Так, аккуратненько. Я подожду, еще вон надо на дерево залезть. Вот и все. Мы не братья тебе. Мир и цветущая земля. Да твоя цель земля, но земля это не твоя, она ничья. Я лишь хочу вам помочь. Есть те, кто вас предадут и обманут. Или заберут землю силой. Мы знаем о солдатах, которых посылает твой народ. Что значит мой народ? Мы едины. И должны быть заодно. Как? Отдать тебе нашу землю? Тогда мы все будем у тебя в долгу. Сэр Уильям в чем-то прав. Чем мы можем ответить пороху и железу? Духи будут с нами, как и раньше. Они привели нас сюда? Да. Чтобы мы разоблачили предателя. Это ошибка. До свидания. О нет, что ты наделал? Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да, чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит, думая о своих подданных индейцах? Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно. Колонисты рады торговать, когда они нуждаются в еде, убежище или в чем-то для армии. Но когда в городе станет тесно, когда у них не хватит земли для посевов, когда не будет других врагов, посмотрим, как добры станут люди. Колонисты не воюют с ирокезами. Пока. Война придет. Так устроен мир. Рано или поздно. Я мог бы спасти вас всех. Вы говорите о спасении, но вы убивали их. Да, ведь они не слушали. И кажется, ты тоже не слушал. Сдохни, собака. А я вас не я, ты агумсаре. Он дахиаю, мы сканы, ты загладил. Ты им самым искал.
свидания. Всех сволочей перебил. Вон еще. Там тела. Тоже. Ну-ка. Стреляли они по моему народу. Эй, вы! Лё! Как вы здесь? Я вот здесь чуть-чуть порежу. Кайф просто. Уроды. Ну все, я ушел. А, вон еще. Подождите. Там медвежата. А, вот эти вот. Ну вот эти вот. Сейчас там. О, агрессивные переговоры перешли. Все. Вот уроды, а, какие. Сейчас ставим. Я хотел убежать. Уильям Джонсон мертв, а с ним и план тамплиеров лишить земли мой народ. Но покончив с ним, я узнал о новом зле. При нем было письмо к Джону Питкерну с приказом найти и уничтожить оружие и припасы патриотов. Если ему это удастся, колонисты не смогут больше сопротивляться, и тогда тамплиеры захватят власть. Пока жив Питкерн, жива и угроза. Его надо найти. Найти и убить. Я думал обрести ясность или удовлетворение, но мне просто жаль. Вот и все. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон еще сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнета тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Похоже, у нас гости. Что это? Пол Ривир просит нашей помощи. Кажется, британцы в Бостоне что-то затеяли. Ты произвел впечатление на сынов свободы. Они сочли меня своим, зря. Скажите мистеру Ривиру, что мне жаль, но я не в силах сейчас помочь ему. Советую передумать.
Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? В дом мистера Ривира в Бостоне. Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал, проставляйте колокольчик, ставьте лайки либо дизлайки, оставляйте комментарии, что думаете, и до новых встреч. Всем пока-пока.